Сегодня 5 января, среда. Внучика моего увозят. Баба плачет. Собираю их в дорогу. Загрузили соленья, варенье. Сделали сосиски в тесте из слоеного теста. Михася делал. Сделала блинчики сладкие с творогом. Запекла в духовке. Остывает сейчас, остынет. Вот в пакет, в коробку сложим все и поедут. Так уже все уже сложили в машину, уже на низком старте. Время 11 часов. Ехать им 7 часов до Краснодара. Решили ехать. Дела. Дела зовут. На улице плюс 10. Весна к нам идет. Так. Аня, сделай это ревизию. Так, это хорошо держится. Это надо туда. Ты знаешь, это ты можешь вот сюда вот прямо положить сверху, вот на это. Да, вот так. Все, а там Миша водит. Слушай, вот это вот кофта. Ну. Вот на малину положи ее. Угу. Михася уже в машине, все. Он уже поехал, да. Ты уже поехал? И деньгами. Гриша. Все, вы с Мишей попрощались? Да. Гриша, на майские ждем. Эх, Мишаня. Поехали. Деда, мы с тобой остались одни опять. Ой! Хлопает. Сейчас мусор подберу. Всем пока и пойду плакать.